Главная тема сегодняшнего дня, безусловно, одна – состоявшиеся вчера выборы президента страны. Предварительные итоги голосования и все данные о том, как прошли выборы в Мариэл, в материале Константина Терехова. Второго тура на выборах президента России точно не будет. Таковы главные итоги прошедшего накануне народного волеизъявления. Избирательные участки, коих по Мариэл 552, открылись в воскресенье в 8 утра. До обеда традиционно более активными были люди старшего поколения. После обеда к урнам и к эгам, комплексом для электронного голосования, потянулась молодежь. Вечером проголосовал глава Мариэл Леонид Маркелов. Сверху на стрелочке, чуть-чуть сверху. За последние годы Россия живет совершенно иначе. Мы живем по-другому. Мы не знаем, что такое долги по зарплатам, мы не знаем, что такое отключение электрической энергии. У нас сегодня количество рабочих мест более 5000 в республике. И кто желает работать, и кто желает вести активный образ жизни, ему такие возможности предоставлены. И бесплатная медицина, и бесплатное образование. Россия развивается. Поэтому нужно прийти и за будущее нашей страны и наших детей проголосовать. Что я сегодня и сделал. К полудню по Мариэл проголосовало в районе 30% от числа избирателей, внесенных в списке. По Эш-Короле – около 25%. К 3 часам дня по республике свои голоса за того или иного кандидата отдали половина избирателей. В последние часы голосования активность населения традиционно была ниже, чем в первой половине дня. В итоге явка избирателей по республике составила 70,88%. Активнее всего голосовали жители Горномарийского, Сернурского, Парангинского, Оршанского и Маритурекского районов. Менее активно избиратели Йошкар-Олы. Кстати, эти цифры схожи с теми, что были показаны на думских выборах в декабре прошлого года. Но уступают явки на выборах в Госдуму в 2007 году и президентским выборам 2008 года. Выборы в республике состоялись. Все избирательные участки открылись в 8:00, как и положено, в соответствии с требованиями закона. В течение дня голосования каких-либо серьезных жалоб со стороны наблюдателей к нам не поступило. Всего к нам поступило в течение дня голосования 7 обращений. Но я прямо вам скажу, на все обращения мы провели проверки по каждому обращению, дали ответы. Ни одних серьезных заявлений не было. Предварительные итоги выборов по Мариэл схожи со всероссийскими показателями. После обработки 100% бюллетеней лидирует премьер-министр России Владимир Путин – почти 60%. На втором месте лидер коммунистов Геннадий Зюганов – более 22%. Далее следует лидер ЛДПР Владимир Жириновский и самовыдвиженец Михаил Прохоров – у каждого более 6%. На последнем месте Сергей Миронов – менее 4%. По Эш-Короле в лидерах также Владимир Путин, набравший более 50% голосов. Второй – Геннадий Зюганов, зато на третьем месте Михаил Прохоров, опередивший Владимира Жириновского. Итак, Владимир Путин – лидер выборов как в стране, так и в Мариэл. Тему выборов, а именно хронику дня вчерашнего, комментарии и обзор событий 4 марта смотрите в вечернем выпуске новостей в 19 часов.